Скажите, я вас нигде не могла видеть. Могли, конечно, в чем дело? У меня такое впечатление, что мы с вами где-то встречались. Вы знаете, у меня очень хорошая зрительная память. Я вас вижу первый раз в жизни. Знаете ли, бывает все-таки. Может быть, где-нибудь в гостях? Может быть, у нас есть общие друзья, общие знакомые, наконец? Почему вы решили, что у нас с вами должно быть что-то общее? Ну как же, а сапожки? Ну, знаете, их можно купить в любом магазине. Не скажите, в любом нельзя. Вы, к примеру, в каком доставали? Я не в магазине, мне принесли домой. А кто принес, если не секрет? Это что, допрос? Нет, просто интересно. Случайно, не мужчина? Увы, женщина. Как жаль. И все-таки у меня такое впечатление, что мы с вами где-то встречались. У меня тоже хорошая зрительная память. У нас вот и сумки, как две капли воды. Это еще ничего не значит. И пальто. Случайно. И костюм. Совпадение. Слишком много совпадений для людей, которые в первый раз видят друг друга. Послушайте, а где вы доставали шапку? В магазине. Это уж точно в магазине. С какого хода? С черного? Со служебного. Вам ее выносили в газетке под видом селедки. Да. А вам, насколько я помню, в ведре с опилками? Вспомнили. Мы же с вами свои. У нас все общее. Телефоны, записки. Вы сверху-то сколько давай? Я, как всегда, двадцатку. Двадцатку? Мошенники. Жулики. Проходимцы. Вы знаете, сколько они с меня сдирают? 50. Ну вот. А говорите, общее, нет у нас с вами ничего общего. Почему же? Есть у вас общее. Что? Вы будете проходить по одной статье.